Поляна Мануэля, да, бежала я вообще. И Экинчукин уже ингеринде 3800 метров, да, что могу лагерь чекаться. Олкин у нас, что за дегрессия? А вообще не чекаться. Ни акклиматизация, жоп, ни джоп-чоп. Совещу я шпаре, качила на Артур, МЧС, мен и президент Билял Дэд. Мен тенгий жаш. Экинчукин, что мавай тебе, не проводник без жоп. Кече чрама, да, влай. Фонарик, я кюреме, я шла варама, они оказались альпинисты. Можно с вами дебалать. Очень много тут чалмаваня. Я дошел до 5000 где-то 350-400 метров и свернул просто. А я остался один на тропе. А нет, дыхал, конечно же, ты обрегал на YouTube-соре, это меня смотивировало, тем более я Хачиров, Киляр Хачиров первый на Эльбрусе. И начал заниматься параллельно и архивами. И восточная вершина, ага, Эль-Керечек, Маннасора, уже кесен. Ну, уже альпинист Леба. И западная вершина, ага, Эль-Керечек. Керты западный вечер, Хансат, Табек, Кишужели. До 90 километров был ветер. Болган альпинист Леба, Рулуп, Рулуп, Кертык, мы страху ушли чуть левее, но Болган Адам Англаров-то, Карачайдан, Джелюри, это просто сносило. Керты, Кишужели, Болган. И вышли уже прямо по вертикали в Гечер Павай. Практически сидели на пятой точке, спускались также на пятой точке. А МАУ 5121, восточная вершина, она физически тяжелее туда подняться. Очень тяжелый подъем, где-то 45-50 градусов. Хуже даже спуск. И начинает плай уже фейн, джеткен джерлери. За 5500 начинает очень тяжелое дыхание. И плай очень мужской подъем. А у Бирджана Е5142 Малкарджанова, там технически тяжелее. Там идешь по траверсу, кижерный блокер, деленджиолу бар. До седловины идешь там более-менее. После седловины аллергетчик канджеры, траверс чивар, блокер, деленджиолу. А потом уже лайк, связка, да, башта, лайк. Так что не того, шарахек, так у меня планы сейчас Казбек в этом году. Потом Арарат, Аллах, Аллах, Кюрса. И, конечно, Эверест будем бумаги. Под вопросом.